Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Сюда.
Да, легче сказать, чем сделать. Путь наверх. Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти.
нас. Артём, это Ульман. Прием. Может понимать нас. Кто-то глушит наш сигнал. Артём, прием. Слышите? Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Он пришел истребить нас. Почему? Нельзя позволить ему. Как и все. Yeah.
равно тебе.
силой пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. 20 секунд до завершения процедуры захвата цели. Боль, смерть, предотврати, спаси. Мира. Мы хотим мира. Какой-то мудрец сказал: «Если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами». И я сумел остановить хотя бы одну войну. Тогда я не смог бы точно объяснить, почему я пощадил черных. Но понял. Мои кошмары, в которых я видел черных, были их попыткой связаться со мной. Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт, но я точно не буду последним. Теперь мы действуем вместе. И будущее, наше будущее, расстилается перед нами, как бесконечный тоннель метро. И, может быть, однажды мы заслужим свет в конце этого тоннеля. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. 20 секунд до завершения процедуры захвата цели. Боль, смерть, предотврати, спаси. 10 секунд до завершения процедуры захвата цели. Пять, четыре, три, две, одна. Захват цели завершен. Артём, вылетело! Принимайте посылочку!
Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили».